Сегодня бы исполнилось 90 лет известному казахскому поэту Кокимбеку Салыкову. Он был не только политическим деятелем, первым секретарем Каракалпакского обкома, но и талантливым писателем. О творческом пути мы покажем вам сейчас следующий материал. Это отрывок одного из самых популярных произведений Кокимбека Салыкова. В этой песне чувствуется, с каким трепетом автор описывает свою любовь к бескрайним просторам казахской степи. Всего поэт от Бога, как его называли, Кокимбек Салыков написал больше 800 стихотворений, которые сегодня по праву входят в золотой фонд произведений классиков казахской литературы. Вообще, Кокимбек Ага не прекращал писать даже на пенсии. Великим сынам казахского народа Макжану и Тетимбету он посвятил по отдельной книге. Сегодняшняя молодежь должна брать пример с этого человека в плане письма и работы. Жескик, Куэнельназе, Парасат Сыры, Дала Дастан – это лишь немногие шедевры, которые навсегда останутся на слуху в народной памяти. Многие произведения автора переведены на иностранные языки. Его стихотворения «Дала», «Крандар», «Тэттмбет», «Домбра» и «Кенесарының соңғы сөзі» входят в число величайших произведений казахской поэзии. Папа всегда работал. Ну, то есть вот я никогда не видела его, чтобы он мог сидеть там на диване, или там долго смотреть телевизор. Он постоянно занимался этим творчеством. Утром вот он вставал, делал зарядку, он писал. У него был кабинет, я хорошо помню этот кабинет. Вот. У него был исключительный порядок на столе, поэтому, когда он видел у нас на столе что-то такое невообразимое, он приходил просто в ужас и объяснял, что, понимаете, вот то, что у вас на столе, так же у вас и в голове. Наведите порядок. И вы увидите, как мысли потекут в вашу голову. До самой смерти Кокимбек Салыков не прекращал писать. Он также занимался переводами произведений классиков мировой литературы. Благодаря его стараниям на казахском языке заговорили герои Пушкина и Гамзатова, а еще с десяток других поэтов. Азиза Макулбаева, Асхат Ниязов, Айнур Куаткызы, Хабар 24.